Лена ест черешню, продумывает наше новое Купленную на зеленом базаре, кстати. путешествие. Это наша арендованная квартира, кухня. Я вам сейчас покажу одну вещь. У нас тут сразу за окном. Мы видим, как Оливия занимается гимнастикой. Мы специально искали квартиру рядом с гимнастикой, чтобы вышли и, ну, можно было пешком дойти до гимнастики. Вот такие вот дела. Это очень удобно. Потому что в Майами такого у нас не хватает. Там везде большие расстояния, рядом с гимнастикой одни, как называется-то, технические сооружения, нормальных нету объектов, где можно было жить. Возле садика тоже, короче, вот такая вот ерунда. Здесь прям это очень круто. Взял. То пешочком прошлись мы с Оливией, но... Алива говорит, я сама пойду на гимнастику. Ты говоришь, она идет впереди, да? Ну За ней. да. Деловая. У нас такой сад здесь. Сегодня у нас Оливкин день лечить зубы. Стоматология. Она будет лечить под наркозом. Она будет спать. И ей вылечат весь рот. Давай, заходите. Все, Оливия зашла в кабинет. Там все так серьезно. Полно, будто бы операционная. Походу, после этого ее отвезут сюда, надеюсь. Отойдет от наркоза. Ленчик вышел, там будет 5 человек в операционной. 5. Все очень серьезно. Как нас, да, готовили на колоноскопию и да, только это. У нее это маска газовая. Маска? Почему ортодонта нет? Потому что у нее будет трубочка во рту. Поэтому она будет мешать. А как называется газ? Севофлюра. Надо... Я такого ни разу не слышала, но это по типу наркоза, который нам в вену делали, тут газы. Надо загуглить, что за газ. Сразу же подарите. Ресторан, мини-ресторан. Интерьер, конечно, в Keystone очень крутой. Смотрите на луну. Вау. Такая детализация. Прикольная. Очень крутая. А? Ну да, серьезно все. Полный сервис. Но на зубы у них приема сейчас нет. Я хотел себе зубы вылечить. Он говорит, только на грубо говоря, только через 2 недели есть ближайшая да. дата. В этой клинике получаем не только детям лечить зубы, но и взрослым. Я что, разве захотел зубы вылечить? Что, Лалива сейчас сказали, уже все закончили? Нет, сейчас нет. Перестроилась. 2,5 часа я зубы. 2,5 часа, да. Смотрите, какие классные кабинеты. Вот бы нам такое в детстве, а. О, вот этот прикольный. Ты-дынс. Зубастый жираф. Нам 10-й кабинет. Уже вообще стоматология закрыта, если честно. Они до 9. Ну, видишь, они же нас позже перенесли. Там была тяжелая операция, поэтому. Так, доброе утро. У нас сегодня вторник. Точнее, уже добрый обед. Ну да. Доброго обеда. Добрый день, да. У нас есть Оливия с нами, не на гимнастике. Первый раз, когда она прогуливает, точнее не прогуливает, у нее сегодня такое обстоятельство. Легкая температура после вчерашней анестезии. Ну, это нормально. 37,5, да. Это в и пределах нормы. Отечность и такая немножко вяленькая. Это все в пределах нормы, поэтому все нормально. Все прошло нормально. Единственное, у нас дали ибупрофен и болит горло, да. Говорили, будет болеть десна, но нет, десна не болят, болит горло. Ага. Ну, видимо, трубочку туда оставили, поэтому... А так все хорошо, да, Лива? Да. Алива, тебе понравилось зубы лечить под наркозом? Да. Ничего не помнишь? Алива, что ты помнишь? Только когда мне поставили эти баллы.
газе. А газе вкусно пахнет? Да. Вкуснее, чем у меня в духе. Да. Сегодня у нас прилетела мама Антона. И мы сразу начали ее посвящать в казахстанские эти. Вот мы как раз пришли на национальные танцы. Там мы видели вступление. Ого, какой зал. Делаем расширитель. Как называется? Верхняя челюсть. Пластиночка. Пластиночка будет у Оливии. Чтобы верхняя челюсть правильно сформировалась. Сейчас я делаю слепок. Снимай, снимай. Молодец. Так, я тебя немножко. И наконец-то, спустя 18 дней мы попали в... Ленчика ресторан, Оливьер называется. Потому что ты с самого нашего первого приезда, мы приехали первого, а сегодня 18-е, пытаемся сюда попасть. 19-е, уже 19 дней. И мы здесь, у меня Цезарь, уха, карбонара, блинчики, у мамы какие-то там сэндвичи, и у Лены. Прикольно, да? Тебе, смотрите, второй день, она у нас в таком вот состоянии. Это все после наркоза. На самом деле, больше мы повторять не будем. Делать ей зубы под этим газом, его называют. Но это не газ, это раствор для ингаляции, севаран. Но он все равно поступает через трубку, через нос, либо там трубку ей дают в горло. Да, это круто, что ребенку за один прием сделали все зубы. По времени тогда было 2,5 часа. Но есть последствия в виде отходника. У нас 2 дня температура 37,5. Она вялая. И когда ей сували в трубку в горло, повредили немножко горло. У нее горло уже 2 дня першит, кашляет. Есть последствия, поэтому в будущем будем лечить зубы только под газом, азотом, как это делают в Америке. Здесь тоже газ нам предлагали. Веселящий газ, он так известен. Или, ну, просто под обычным уколом, но не под севараном, точно нет, прям это никому не рекомендую, только если у вас прям ребенок прям как боится. Мы уже с Оливией поговорили, она говорит, я лучше потерплю, но буду лечить там другими методами, не под севараном, а так вот. Это была наша ошибка, мы, конечно, попробовали и вместе сказали с Леной, что точно нет. Блин, 2 дня Оливия болеет уже. Севаран уже. Мне надо побегать. Севаран. Сегодня мерил температуру, тоже 37,5. Видите, прострация. Как будто бы болеет. Жутко. Жутко. Пересчет. Кстати, в этом ресторане есть скидка для премиальных карт Visa. Видите, нам сделали скидку 10%, и мы поели здесь на $92. Вот, 42 тысячи тенге. Но мы дофига заказали, кстати. Да, мы хорошо... И нет, чая, ну, круассан. Можно, можно здесь блюда, поесть, зайти. Два блюда, да. По блюду, мы дофига... Карбонару взять точно можно. Блинчик. Чи попробовать. Лена, пойдет. Да, что ты там делаешь? Кто-то там у тебя живет. Сегодня мы опять пришли на спектакль. Расскажи спектакля. Купили самые последние места, поэтому они раздельные. Лена сидит здесь, я сижу здесь. Это были последние 2 места. Да? Да, да. Называется «Любовь решает все». Я, кстати, подписчику порекомендовала сходить в этот театр. Да, аншлаг, да. Аншлаг. Реально все это. Интериус театр называется, ты постановки какой-то там
Она мне написала, я вбиваю, и там у них реально 4 спектакля, 4 или 3. Ага. Вот это один из них. Ага, ну крутя. Сходим в то, на что посоветовала подписчица. Аншлаг, полный зал. Мы реально купили 2 последних свободных места. Здесь человек сейчас придет, он куда-то там отошел с кем-то поговорить.